Герои неба. Султан Амедхан, летчик, дважды Герой Советского Союза. Прославился удивительным бесстрашием. Первые боевые вылеты Амедхан совершил 22 июня 41 года. Свою первую воздушную победу одержал лишь год спустя. В небе над Ярославлем советский истребитель протаранил немецкий самолет. Машина Амедхана была повреждена, но летчик сумел спастись. За этот подвиг пилот был награжден орденом Ленина. Впоследствии он рисковал собой много раз. Дважды был представлен к званию героя. Товарищи отмечали его потрясающую смелость и боевую выучку. За время войны пилот провел 150 воздушных боев. Лично сбил 33 самолета противника. В послевоенные годы Амедхан испытывал новые летательные аппараты. Он погиб во время одного из таких испытаний. Именем героя назван горный пик в Дагестане, улицы и площади российских городов. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.